это все верно, но я хотел бы по-другому, наверное, вопрос задать. А украинцы и белорусы, они отличаются хоть как-то? Ну, в чем? Если да, то в чем? Во-первых, у украинцев было всегда гурьба, ну, гурьбой. То есть есть, если люди уезжают за границу, то они стараются вместе строить свое общество и создавать свою собственную коммуникацию. Допустим, пример Канада. Украинское общество, украинские школы выучают мову, историю. То есть они не ассимилируются, не становятся канадцами, да? Не становятся ванкуверцами такими бородатыми в клетчатых рубахах, ребятам, которым хочется подраться, повалить деревья, иногда поиграть в хоккей. Они остаются, да, шаровары, да, борщ. Да, изучение своей истории. То есть они носят свою родину в сердце и в душе. И этим помогают строить толерантное, интернациональное канадское общество. Белорусы, они пытаются, попадая за границу, они пытаются быстро стереть код. Вот как покупаешь новую чашку и хочешь сразу эту фигню вот содрать, или на книгах вот эта неприятная штука. Так приклеена еще. Да, приклеена. Вот белорусы, все, я не белорусь, я космополит, я гражданин. И они стараются не общаться с белорусами, не очень любят ходить, в том числе и на концерты. А если не за границей говорить, вот две страны, да? Ну, в Беларуси ж жил долго достаточно, практически ж все время, пока не пришлось уехать. Есть с чем сравнить. Ну, посмотри, я белорус, Виталий Дроздов, да, медиагений, да, который работает в Украине, Сергей Кузин, да, по-моему, уже заслуженный артист Республики Украины, да, рэпер Серега. Чем мы от вас отличаемся? Ничем мы не отличаемся. Да вообще люди на самом-то деле одинаковые. Вопрос только контекста и вопрос среды. Вот в Украине та среда, где и у белорусов, и у грузин, и у русских сейчас проявляются лучшие героические качества. То есть здесь вопрос уже не в конкретной личности, а что от него потребовала история. И вот героическое, то вот героическое, что было во многих белорусах, в армянах, которые попали вот сейчас, здесь и сейчас, вот в точку сборки, вот в эту, в Украине, проявились именно героически. Ну, украинцы попадают. Многие, которые попадают в Белоруссию вот сейчас, или россияне, там проявляются другие чувства. Там проявляются спокойствие, размеренность, умиротворенность, которая граничит с инертностью и аморфностью. А здесь нужно быть активным. Сейчас здесь нужно быть ярким. Вот смотри, какой ты яркий. Ну, то есть я давно не видел ярких журналистов. Такой, вот прямо такой нью-йоркская маечка, стузи, такие яркие кроссовочки, яркие. Значит, ты тоже шаришь, правильно? Ну, что надо быть ярким. Ты же не покрасился в какой-то цвет, вот скрыть седину. Ты подумал, седина — это ярко, я яркий, я сейчас... Надо смотреть. И мне кажется, что вот в этом суть соединения. Может ли человек, имея какой-то национальный характер или какой-то национальный признак, проявлять что-то вне среды? Не может. И в этом плане понятие, что такое вообще родина, правильно? Вот сейчас моя родина вот здесь. Я белорус, но в Украине вместе с украинцами, с грузинами, с армянами строю то общество, ту модель общества, которая поможет в свое время построить что-то хорошее, по-настоящему классное и в моей родной Беларуси.